Ее работа получила положительную оценку Национального комитета России, но, как отметил губернатор, тем не менее в крае еще сохраняются некоторые дестабилизирующие факторы. На Кубани увеличивается поток мигрантов, этот показатель в 4 раза превышает среднероссийский. Кроме того, участились попытки вовлечь жителей края в ряды радикальных организаций. На каждый такой вызов необходимо ждать жесткий ответ, сказал Вениамин Кондратьев. При этом особое внимание необходимо уделить исполнению поручений антитеррористической комиссии. Коллеги, очень важно, чтобы не было формального подхода. Решение, я еще раз подчеркиваю, многотонные можем принимать, а реализации не будет никакой. И если не будет реализации, то нет смысла в этих многотонных решениях. Ошибка неисполнения решений, даже простого неисполнения, может быть очень дорогой. Все поручения АТК, оперативного штаба и Совета безопасности в том числе, я буду снимать с контроля только лично. Пока сам не подпишу лично своей рукой, что снято с контроля, вот тогда-то он снято с контроля. Помимо этого, важно позаботиться о досуге молодежи на летних каникулах, считает губернатор. Для этого важно создавать различные творческие и спортивные площадки.